Чемпионат Молдавии по плаванию снова в Тирасполе. Потрясающее спортивное зрелище в крытом бассейне спорткомплекса «Шериф». Торжественное открытие соревнований и начало заплывов 2 февраля в 14:50. 3 и 4 февраля соревнования стартуют в 11:00. Не пропустите выступления лучших пловцов Молдовы и Приднестровья. Вход свободный. Справки по телефону в Тирасполе 63 38.